7 метров ровно. Вот такие претендентки на главный подиум, чемпионата Европы. Ну а Дарья Клишина в этом году имела результат 6.80, 6.87. Ее личный рекорд 22-летней российской спортсменки, кстати, которая приехала сюда защищать титул чемпионки Европы в помещении, поскольку именно эта спортсменка в 2011 году стала победительницей континентального первенства в помещении. Здорово, здорово! И на планку отталкивания попала отлично. И результат сейчас будет, ну, наверное, за 7 метров или около того. Это лучше, чем Лизье. Совершенно точно нам дается результат. 7 метров, 1 сантиметр. Серьезнейшая заявка. Ну, прямо стерегу сказать на победу, на всякий случай. Но этот результат дает нам понять, что Даша находится в прекрасной форме. Такую несерьезную полосу неудач прошла в связи с травмами, но о ней потом, потому что это Дарья Клишина, которая выполняет эту уже шестую попытку на бис в ранге двукратной чемпионки Европы в помещении. Да, красный флаг, да, не получилась эта попытка, да и бог с ней. 7 метров 1 сантиметр, это более чем достойно. Великолепный результат, показанный прям в первой попытке. И этой попыткой она убила, просто деморализовала всех своих конкурентов. И вы знаете, рядом с нами тут сидит Антон Павлович Назаров, когда прыгнула на 7.01 Даша, когда измерили этот результат. Антон Павлович очень солидный во всех смыслах. Браво! Браво, да, есть, молодец. Это был такой шквал эмоций. И видно, что когда вот человек, тренер сборной России, так за своих переживает, это здорово. Значит, у прыжков у российских будущее есть. Ну и Ольгу Шмигон поздравляем, тренера Дарьи Клишиной, которая тоже очень переживает всегда за своих спортсменов и даже не стесняется плакать, вот откровенно плакать и рыдать, когда что-то не получается. Но сейчас на ее лице совсем другие слезы, слезы счастья. Ну,